чего в жизнь вошли плохие люди, оставили следы на берегу свои мысли, которые для инакомыслящих. Блять, хуйня. Все хуйня, блять. Сны, вещи, говорят, беги срочно, оставив все вещи. Но куда бы ни стартовал, все равно возвращаюсь, как в своих детских кошмаров и души трафареты. Как бы ни утверждали, что лучше знают, я выпрыгну в первое окно первого этажа, так же громко кричал, ведь это вы все придумываете, чтоб хоть кто-то слушал и не зевал. Асфальт приближается, как взнос по кредиту, и мне сказали, таким быть нельзя. Но я знаю, всем похер, как мои дела. Задали вопросы, съебали. Время – деньги, деньги – время. А я ведь только повернулся на бок, чтобы ответить. Ведь проще всего заткнуть кого-то, сказав: давай, сделай, надо бежать. Москва, река, Кама, Байкал. Посмотри на меня глазами голубыми. Напади причинами глупыми. На крыше хрущевки вышло солнце. Из зданий щелей вышло сердце. Из ребер оков обнажило любые чувства среди людей. И я там был, был там. Темные облака над водной гладью. Ни за что не стыдно, братик. Ничего не страшно, братик. Куча закомплексованных, им никогда не понять. Улыбнись и разъебем их, устрой мысли. И найти им в нас своего, как бы долго не рылись. Я откровенно счастлив, что кто-то еще здесь есть и жив и дышит, несмотря на то, что на лице шрамы из-за своих взглядов. Но мы ведь держим курс на свободу. И сыплются удары под дых. Одним стыдно за прилив чувств, другим за бесчувственность. А что если не перед кем стыдиться? И я этому радуюсь. Хочешь, я расскажу тебе анекдот, он про нас. Однажды двое с ума сошли, наебали смерть. И их понимали, где смеяться, везде. Смотри, фиолетовая луна. А мне так хочется быть таким же, как был. Любым. У каждого свое мнение индивидуальное. Стерто имя, добро и зло в моем понимании. Над нами все те же звезды, но проплывают равнины. Впереди ждут горы, лишь бы не стоять на месте, лишь бы не чувствовать себя лишним. Все завтра будет, сейчас иди что-то делай или забей. Да, друг, мы в вечном прицеле, сплетены новостей. Смотри, как чуждые места становятся почти родными. И самое тяжелое слово для всех до сих пор извини. Узнавайте своих призраков, путешествуйте по миру, путешествуйте по памяти, путешествуйте по трипам. Это игры взрослых, но без риска нет жизни. Удары веток по лицу, 103 минуты до рассвета, успевая вырвать толпы из сердца всех. С первого раза даже в заключении русские чувствуют себя свободными и развязанными. Это все идет в нас.